Добрый день, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем спектакле. Просим отключить средства мобильной связи и приятного вам просмотра. Дорогая Елена Сергеевна, от имени поручения 10 Б класса разрешите поздравить вас с днем рождения и пожелать вам огромного, как и этот весенний букет цветов, счастья, творческих успехов в работе и, конечно же, крепкого, я бы даже сказал, богатырского здоровья, дабы воспитать еще не одно поколение таких же балбесов, как мы. Одним словом, многое лето. Ура! Ура! Разрешите щечку. Мне тоже можно вас поцеловать? Мы вас поздравляем. Любим сильно. Это тоже аплаус. Спасибо, мой родитель. Елена Сергеевна. От всей души. Спасибо большое. И от всего сердца. О-о-о! Елена Сергеевна, вы чего? Елена Сергеевна, мы же от души. Где бы ты не пришел? Вы представляете, как вы меня... А вы как узнали, да? Ну как это? Нам разведка донесла. Ой, поразительно. А ну проходите, ой, нет, Елена Сергеевна, мы пойдем, у нас экзамен, сами понимаете. Какие экзамены, Пашенька, нет? Вы же мне сегодня только математику написали. Я вас никуда не пущу, проходите. Елена Сергеевна, нам правда неудобно. К вам, наверное, это... Вон, гости придут, а мы тут. Ой, да нет, что вы, Витя, какие гости? У меня ведь мама в больнице, так что никаких гостей нет. Ну, ребятки, проходите, это как-то неудобно. Вы проходите. Хорошо, хорошо, мы останемся, Елена Сергеевна. Вы только не переживайте. Ну, так замечательно. Давайте тогда... Лянечка, давайте мы цветы в вазу поставим, да? Возьмите там все вальсы. Да? О, а это подарок от нашего класса. Знаете, здесь специально для вас мы нашли самые новые красивые бокалы. Вот сейчас покажем. Так, вот последний писк моды. Ребятки, да вы с ума сошли. Ну, Елена Сергеевна, ну миленькая. Вы хоть представляете, сколько это стоит? И тратить такую сумму и на подарок учителю, ну это как-то неприлично. Елена Сергеевна, неприлично это когда взятка, а мы от чистого сердца, тем более от всего коллектива. Да? Да, от всей души. Ну, хорошо, ну спасибо большое. К чаю что-то нужно, да, ребятки? Вы пока располагайтесь, вот у меня тут репродукции, да? Проигрыватель, слушайте, садитесь, чувствуйте себя как дома, а я сейчас быстро... Я вам помогу. Да, Ленечка, возьмите, пожалуйста, сервиз, сервайте. Голубой. Лена Сергеевна, еще пару стульчиков найдем. Да, 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 пожалуйста, на хорошую. Ну чего, вклюнула? Да знаю я их всех, они одним миром мазаны. Я, знаете, я в учительской один раз слыхал, она там такой крик подняла из-за того, что ей лишних уроков не дают. Ну, сами понимаете, там десятка лишняя, все дела. Слушай, Витя, тебя открыто не сильно влетит за бокалом? Ну, знаю. И еще спасибо скажу. Не каждый же день на такое-то. Оп. К сожалению, Моншер, это только начало. А в жизни вообще всегда придется только отдавать и отдавать. С такими, как и Лена, такое не произойдет. Ты взятыми не купишь, надо жалость брать. А вот мой батя говорит, если не берут, значит мало дают. А твой батя еще не сидит. А твой? А мой не ворует, Витя. А что, мой что ли ворует? Так, в общем, в жизни нужно пробовать все средства. В конце концов, у каждого свое слабое место. Его нужно только правильно определить и вовремя на нужные кнопки нажать. И все. Сим-сим, открывай дверь. А у вас симпатично. Да? Да, спасибо. Я вот больше всего на свете хочу иметь отдельную квартиру, а то до сих пор в коммуналке, представляете? Нет, у нас, правда, там комнаты большие, потолки высокие, все такое. Да и дом скоро на капремонт перейдет. Но нам с матерью все равно одну комнату дадут. Потому что мы однополые. Жилье – проблема века. Ой, да, к сожалению, да-да-да. А вот скажите, жить с матерью в одной комнате не такой уж подарок, верно? Ну почему? Если отношения хорошие, то знаете... Да откуда им взяться-то хорошим, если в одной комнате? Чувствуешь себя взрослым человеком, а тебя за ребенка считают.
Это же бесит ужасно. Не знаю, Лялечка, я вот всю жизнь с мамой в одной комнате. Ну, знаете, бывают, конечно, трудности, но куда без них, да? Я Лолиту Набокова на английском читаю. Она еще учить вздумает, представляете? Лолиту, это... как-то вот... ну, вот... закуски, правда, не богатые. Ой, ну что вы, Лена Сергеевна, разве в закусках дело? Главное отношение между людьми, доброта, искренность. А то бывает, стол от закусок ломится, а кусок-то в горло и не лезет. Умница. Пойдемте? Пойдемте, пойдемте. Так, у нас пять. Девочек. Ну как, вы, мальчики, не соскучились? А мы с Лялечкой вот салат. И Елена Сергеевна, ну прям как по заказу. Опа. Ой, ребят, выбирайте. Почему? Ну что, Елена Сергеевна, ну просто чурайка. Хорошо, но только в честь последнего экзамена, да? Ура! Ура! Так. Так. Вот так. Нет. Ой, давайте ваши бокальчики, Елена Сергеевна, ваш бокальчик. Это с ними. Да, и мне тоже бокальчик. Опа. Итак, дорогая Елена Сергеевна. Ну, дорогая Елена Сергеевна, еще раз от всего класса поздравляем вас с днем рождения. И желаем вам всего самого наилучшего. От всей души, ребятки. Ну, спасибо, да? Спасибо, мои хорошие, спасибо. Спасибо. Так, ребятки, вы закусывайте скорее, только у меня... Елена Сергеевна, нам чтобы это, по бутылке обратно надо. Это шутка, Елена Сергеевна. Юмор у него такой. Мы вообще сами не пьем. Угу. И не спим. Все к этим, к экзаменам готовимся. Ой, Елена Сергеевна, а вы знаете, что каждый четвертый человек, который в мире рождается, дебил? Да ну! Один, два, три, четыре. Ребята, а это ведь все что? Это следствие экологического нарушения пьянства наших родителей, между прочим. Ага, нам грозит вырождение, представляете, Елена Сергеевна. Лялечка, но ведь дело действительно серьезное. Информация такова, что каждый день живешь и удивляешься, как мы до сих пор живы. Постоянные какие-то войны, болезни, катастрофы на природе. Елена Сергеевна, и давайте это, мы лучше музыку включим. Да, давайте. Это ведь страшно, пожары, леса горят, это ужас. Давайте, давайте. А то мы все о грустном и о грустном, да? Ой, ребятки, мне ведь это не вальс. Вы под вальс-то поди не пляшете, да? Да как же не пляшем? Пляшем, конечно. Пляшете? Ой, как замечательно. Позвольте вас пригласить. Меня-то вы что? Я ведь 100 лет уже не танцевала. Вы лучше Ляли. Лена Сергеевна, Ляля танцует у нас исключительно с Павлом. У них как бы... Блин. Все поняла. Наигрывает вас, он наигрывает вас, то ласково, то страстно. Касается меня, то я опять гляжу на вас, а вы глядите на них. У тебя нет настроения. А мне перестала нравиться эта идея. Давно? Да сразу, как пошли. Затянулся наш пикник, то пикник, где пьют и плачут. Любят. Знаете, Володя, самое главное – это найти свое место. И вы свое нашли? Ну, я люблю свою профессию. В школе все мои жизни. Это замечательно, когда любишь свою работу. Ведь нужно, чтобы и она отвечала за интересы. Я понимаю, о чем вы говорите, об отдаче. Но знаете, когда я вижу вот таких молодых, образованных людей, как вы, я счастлива, вот честное слово. Вся жизнь, а музыкант растает в землю. Ребятки, я ведь так давно не танцевала. А знаете, бывает так, что какая-то мелодия у тебя связана с определенным воспоминанием. И стоит ее только услышать. А это, Елена Сергеевна, называется ассоциативная эмоциональная память. Да, да. Вы знаете, вы сейчас танцевали с Володей? Смотрела я на вас и
вспоминала себя. Такой же молодой, такой же влюбленный. Ведь как хорошо, ребятки, быть влюбленными, да? Ну, к сожалению, у меня в этом вопросе так ничего и не вышло. А почему? Ну, мой избранник предпочел более выгодную партию. Так вам надо было сразу влюбиться в другого. Что помогает, что вы или нет? В этом вопросе я несколько старомодная. Елена Сергеевна, вы извините, а скажите, когда ваши экзаменационные работы будут проверять? Завтра? Да, завтра. Ох, страсти-то какие. А оценки когда там скажут? Да я думаю, уже завтра можно будет зайти в школу и узнать после обеда. Ну, жуть какая, прям аж дрожь в коленках, а? Ну что вы, Витя, разве вы плохо написали? Да я там вроде вообще ничего не написал. Как не написали? Ну как-то, а то вы не знаете как. Ну так ничего же не. Ну я же к вам подходила. Подходили. Я же вам подсказывала. Угу. Ну а вы? А я ничего. Хоть что-нибудь решили? Хоть один пример? Нет. А что ему будет, Елена Сергеевна, за это? Двойку поставили? Неужели поставят? Да нет, не поставят, конечно. На выпускных экзаменах не ставят двое. Это ЧП. Правильно я говорю, Елена? У вас, кстати, мама в какой больнице лежит? Мама 25-й. Даже если ничего не решил? Да все равно три поставят. Даже если совсем-совсем ничего? Ну, Елена Сергеевна. Но объясните вы, как это делаете. Нет, Пашенька, поймите. К сожалению, я одна решаю. Зависит от комиссии. Ну, правильно. Но комиссия решит поставить три, конечно. Но не портите же им 100% успеваемость из-за какого-то Витьки Шевченки. Но если бы была моя воля, я, конечно, бы помогла. Как-то, но на усмотрение комиссии. Слушайте, Лена Сергеевна, вы помните фамилию главного врача? Павлов, кажется. Нет, Витенька, ну не может быть такого, чтобы вы уж совсем ничего не решили. Поймите, ведь даже самый отъявленный двоечник, он найдет, что написать. Елена Сергеевна. Да. Я и есть самый отъявленный двоечник. Просто я за 10 лет так хорошо прикидывался. Ну чему не научишься в школе-то, а? Да успокойся. Ты что, не видишь, Елена Сергеевна расстроилась? Тоже мне подарочек припас на день рождения. Да поставить тебе тройку, успокойся. Ребята, вы как-то слишком легкомысленны. Напротив, мы очень серьезно. Ну а зачем тогда вы настраиваете его на положительный исход? Неудовлетворительная оценка, к сожалению, вовсе не исключена. Нет, я-то, конечно, попробую все, что вот в моих силах. Что, уже распало. Что? Елена Сергеевна. Мы не сомневаемся, что вы нам поможете, да? Но я вот что хочу сказать, вот понимаете? Слушайте, Елена Сергеевна, вот смотрите, у Пушкина по математике была единица. Витя, у Пушкина? Ну, Пушкина, ей, как вы понимаете? Ребят, дайте сказать. Елена Сергеевна, я вот что хочу сказать. Я, например, с 8 класса занимаюсь Достоевским. Мои работы посылаются на конкурс. У меня диплом есть, Елена Сергеевна. И теперь из-за какой-то математики... Ну, простите, Елена Сергеевна. Но я лишаюсь возможности заниматься любимым делом, понимаете? Я не знала, что вы занимаетесь Достоевским. Ну как же, Елена Сергеевна, ведь это у нас Достоевская лет растет, доморочник. Точно, Белинский луч света в темном царстве. Ведь сам ты темное царство, ты добрый. Я занимаюсь проблемой происхождения зла. Это очень любопытно. Расскажите. Нет, Елена Сергеевна, только не сейчас, я вас прошу. Это надолго, вот сейчас до вечера начнем. Подожди, ты рассказывай давай, не стесняйся. Ну вот откуда зло? Не знаю. Ну либо зло от Бога, тогда он не абсолютно добрый. Либо не от Бога, тогда он не всемогущ, так? Так. А Достоевский, как известно, ни Бога не принимал, а мира Божьего. Почему? Да потому что в нем сплошное зло. Ну, слезинку ребеночка, помните? Почему же Бог тогда ее допускает? А между прочим, еще теологи раннего христианства отрицали ответственность именно Бога за зло, содеянное на земле. Нет, но кто же тогда ответственный? Мы. Бог нам дал свободу, понимаете? Свободу между добром и злом. Он не стал нас насильно приводить к добру. Мы же не стадо баранов, Елена Сергеевна. Нет, но почему человек все-таки иногда выбирает зло? Да потому что зло – это удовольствие, Елена Сергеевна. А в жизни очень мало удовольствия, да? Ой, ребятки, вот все-таки что меня поражает, молодых, современных, образованных людей, так это ваша раскованность суждений. Вот знаете, все-таки наше поколение было куда гораздо менее смелым в оценках, да? Но это же естественность. Закон прогресса. Каждое следующее поколение должно в чем-то опережать другое. Но вот как несправедливо, из каких-то формальностей я лишаюсь возможности заниматься любимым делом. Да господи, при чем здесь мой Достоевский? Я поставлен в такие узкие рамки, где мне жизненно необходима только отличная отметка. Я не могу довольствоваться тройкой, как Витька, например. Вы что, Паша, тоже ничего не написали? Да нет, почему? Я написал кое-что. Так, подождите, я не понял сейчас. Что значит, я должен довольствоваться тройкой? Знаете, мне хорошая оценка тоже вот как нужна. И я имею совесть, тут пятерки не выпрашиваю. Ну ты, Витька, и нахал. Да ты Богу молишь, чтобы тебе три поставили. Правда, Лена Сергеевна? А вы тоже, Витя, на филологический поступаете? Кто я?
Я нет, я пойду. Ну, в лес в техническую академию. Там конкурса нет, сами понимаете, да? И вообще, я лес так люблю. Давайте в этим летом поедем со мной к бабушке в деревню. Спасибо там большое. Там свежий воздух, природа. У меня мама в больнице, экзамен. Слушайте, Лена Сергеевна, давайте еще понимаем. Нет, ребят, у моей бабушки есть корова. Лучше пить уксусную парное молоко. Останьте Лена Сергеевна. Ну, тогда не тоже надевайтесь. Ребят, же понемножку, совсем чуть-чуть. Да-да-да, но тут больше не надо. Так, предлагаю тост за Елену Сергеевну. Володенька, позвольте мне. Позвольте мне сказать. Витя, вы меня очень огорчили. Очень. И вы, Паша. Но, несмотря ни на что, я уверена, что все у вас сложится очень-очень хорошо. Осенью экзамен пересдадите, поступите в институт. Но пусть не все сразу, не в один год, ребятки, это не важно. Важно, чтобы, несмотря ни на что, вы оставались честными, порядочными людьми. И чтобы те идеалы, которые мы прививали вам с детства, были живы в ваших сердцах. Так давайте, ребятки, выпьем за ваш жизненный путь мужественный и честный. Ура! Ура! Ой, аж носу защипало. Правильно вы говорите. Я поступлю в этом году, пойду в следующем. И вообще, я пойду в лесники, пусть меня мамаша проклинает. Ты Витя пойдешь, только не в лесники, а в армию. Так прямо и потопаешь. Нет, мальчики, ну а что делать, пока в наше время еще существует опасность? И долг мужчины охранять родину. Да, и так было всегда. Верно? Угу. Вот. Правильно, как один. На амбразуре! Я садила, помочь вас на. Ну, посмотрим, что я сейчас там дипломат наговорит, а? Паш, пойдем. А вы куда? Целоваться. Целоваться. Елена Сергеевна, а вы бы хотели, чтобы вашу маму перевели в клинику профессора Попова? Володенька, это ведь профессор с мировым именем. У меня нет таких мыслей. Ну, я попрошу папу. Уверен, он не откажет. Ой, это удобно. А как мне вас отблагодарить? Запустите ей Бога. Постойте, я ведь могу с вами позаниматься, подготовить вас как репетитор. Вы в технический поступаете? Благодарю вас. Я поступаю в МГИМО. А, это в Москве, да? Ну, к сожалению, в этих сферах у меня нет связи. Елена Сергеевна, послушайте, это может прозвучать странно, но у меня действительно нет никаких проблем. По крайней мере, неразрешимых. Нет, ну а как же я еще могу? А хотя знаете что? Есть одна просьба. Правда, это касается не меня, а моих друзей, но ведь мы все одна большая семья, верно? Верно. Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, но я согласна, я постараюсь любую... Ребята, Елена Сергеевна согласна нам помочь. Как уже? Правда, ура, Елене Сергеевне! Ну ты дипломат! Нет, ребятки, вы рано радуетесь, я пока еще не знаю, о чем идет дело. Как, да? Не знаете? А? Разве Володя вам ничего не сказал? Павел, я только подготовил почву. Ну, Елена Сергеевна дала мне слово, ведь так? Так, но... Действуйте. А что, Елена Сергеевна, ключ от сейфа у вас находится, да? От какого сейфа? Ну, как от какого? В котором наши экзаменационные работы лежат. Ну, у меня. А не могли бы вы нам его дать, да, Рим? Угу. А зачем? Ну, как зачем? Мы же вам объясняли. Елена Сергеевна, все мы поступаем в гуманитарный, понимаете? А работу по математике мы написали мягко, говоря, ну не совсем. Но нам всем, как на игре, кроме Витьки, нужна только отличная отметка. Прошу прощения, мне не нужно. Я исключительно ради вас. Ну, Елена Сергеевна, вы бы нам его дали на время, вы бы все быстро сделали и вернули бы его вам. Правильно, Ляля говорит, а у нас с собой есть правильные варианты уже готовые. Вот, смотрите. Ну, чего вы так смотрите? Если бы не с поступлением, то бог с этой оценкой. А, Елена Сергеевна? Да, конечно. Елена Сергеевна, мы поступаем гуманитарно. Ни один математик от нашей липовой пятерки не пострадает. Мы им не конкуренты. Конечно. А если вы боитесь, то мы можем гарантировать вам абсолютное сохранение тайны. Ну, правильно, талант носу не подточит. А будет больше пятерок, вас еще и похвалят. Я все верно. Ну, чего вы так смотрите? Значит, вы пришли ко мне за ключом. Ну, почему? Лена Сергеевна, не только за ключом. Лена Сергеевна, мы пришли поздравить вас с днем рождения. И на всякий случай подготовили правильные варианты контрольных работ. Ну что вы такое говорите-то, Елена Сергеевна? Мы пришли к вам от всей души поздравить вас. Ну и думали, что вы нас поймете. Подло. Ребята, ну как вы не понимаете, что это подло? Ну вот, Елена Сергеевна, мы и дождались. Теперь вы нам скажете самые громкие пустые слова, которые и так у нас навязли в зубах. Это не пустые слова, Паш. И мне очень жаль, что вы не понимаете. Послушайте, Елена Сергеевна. Так, нет, все, ребятки.
Забирайте давайте свои подарки. Да, пожалуйста. И уходите. И знаете, самое большее, что я могу для вас сделать, это завтра в школе никому не расскажу о том, что сегодня здесь произошло. До свидания. Послушайте, ну вы нас напрасно упрекаете в нашей моральной неразборчивости. Ведь мы давно не дети, и мы прекрасно понимаем всю щекотливость этой ситуации. Многие люди на нашем месте... Володя, перестаньте. Я не хочу больше слушать вашу демагогию. И о моей маме прошу вас тоже не беспокоиться. Я отметками не торгую. Вот уж не думал, что такая умная женщина, как вы, Елена Сергеевна, сможет... знаете, если будет необходимость, то ее отправят в клинику Попова и без вашей помощи. Ну уж нет, Елена Сергеевна. Я от своих слов не буду отказываться. Это не в моих правилах. Тем не менее, позвольте вам напомнить сразу, что я вас предупредил, что мне ничего не нужно от вас. Я стараюсь исключительно ради талантливых и молодых людей, которые сами не смогут в жизни за себя похлопотать. Да неправда. Настоящий талант всегда пробьет себе дорогу. Простите, как? Ну, Елена Сергеевна, вам сколько лет? Ну, хорошо. Скажите мне честно, ну, если вы можете, конечно. Если бы ключ был не у меня, а у Марьи Павловны, вы бы так же пошли к ней и стали требовать ключ у нее? Или это со мной так? Только потому, что вы меня не уважаете. Да с чего вы взяли, Елена Сергеевна? Мы вас уважаем и даже очень сильно любим, вы понимаете? Если бы ключи были у Марьи Павловны, было бы еще проще. Марья Павловна, наша классная руководительница, стала быть, она так же заинтересована, как и мы. Правильно? Экзамочек пошли. Ну а что, Вера Николаевна не человек, что ли? У нее вот сын поступает. Да какая разница? У нас у всех одни цели и задачи. 100% успеваемость и плановые медалисты, да, ребята? Я была уверена, что вам никто бы не отказал. Разумеется. Ну, ребятки, в таком случае я вам не подхожу, извините. А вот это в какой стороны посмотреть, Елена Сергеевна? Смотрите, ведь у вас свои плюсы. Вы одна в квартире. И нам никто не может помешать обсуждать любые вещи без свидетелей. Да хоть всю ночь. Вот на это можете не рассчитывать. Почему же? Я так понимаю, гостей больше не предвидится. Да и мы дома уже предупредили, что можем не вернуться ночевать. Останетесь меня сторожить? Ну нет. Нам бы хотелось разойтись полюбовно. Да неужели вы не боитесь, что я завтра же расскажу про ваше поведение в школе? Вы ничего не расскажете. Почему? Потому что вы отдадите нам ключ. Вы уверены? Мы вас убедим. А если нет? Ну или вынудим. Так, сейчас же убирайтесь вон. Мы никуда не уйдем. Ну, Елена Сергеевна, ну ладненькая. Так, прекратите поясничать. Ваша нравственная неразборчивость уже граничит с умственной отсталостью. Елена Сергеевна, от того, что вы в нас разочаровались, мы не стали к вам хуже относиться. Покорно благодарю вас, Паша. А знаете почему, Елена Сергеевна? Потому что мы отличаем человеческое от производственного. Послушайте, а вы не думали о том, что отказываете молодым людям? Вы их, возможно, подталкиваете на преступление. Кто я? Я подталкиваю на преступление? Да вы с ума сошли! Да что вы вообще можете сделать? А все что угодно, Елена Сергеевна, вот вам. Так, перестаньте меня шантажировать, вам это не идет. Честное слово. Постойте, ребята, может быть, вы пошутили, да? Может быть, вы меня разыгрываете, да? Скажите же, Паша, что вы пошутили. Леночка, ну скажите вы, что это была глупая, нелепая шутка, что вы сейчас оденетесь и уйдете, да? Елена Сергеевна, послушайте, это не шутка. Очень жаль. Ну что, так и будем стоять. Время идет, а мы стоим. Елена Сергеевна, отдайте нам ключи по-хорошему, а и расстанемся с вами друзьями. Да уходите, как вы не понимаете. Елена Сергеевна, мы никуда не уйдем. Пойдем туда. Извините, Елена Сергеевна, мы вас не выпустим. Насилие. Нет, нам бы этого очень не хотелось. Я в милицию позвоню. Так, какой номер? 02. Послушайте, Елена Сергеевна, ну кому это нужно, а? Милиция? Елена Сергеевна, подождите, не звоните, вам не надо звонить в милицию. Вот. Вот видите, не надо звонить вам в милицию. Вы знаете, ребят, я думала, что такое только в тюрьмах лучше. И не дай бог вам на себе испытать глупость людей, которых пару минут назад считал своими друзьями. Thank you.
Я советую вам еще раз хорошенько подумать и уйти самим, пока не поздно. Ленька, а ты куда? Домой, к маме. В смысле? А ты сейчас уйдешь, а мы тут что, одни останемся? Я не знаю, Вить. Я думала, вы же в угле. Чего годи? Я вам тоже не советую оставаться. Скажите, извинитесь, скажите, мол, осознали, и валите отсюда. Ты сейчас уйдешь, а мне что, 2 балла получать, да? Вить, лучше 2 балла, чем 2 года. Паш, пойдем. Ребят, может, и правда лучше уйдем, а? Но иногда бывают такие ситуации, что лучше отступить. Да убирайтесь к чертовой матери. Володь, ты до сих пор. Ребят, подождите, не уходите. Вы видели, как она в конце зыркнула? Да нам завтра такого всем понаставляют, вы понимаете? Ты уверен, что у тебя все получится? И запомни, девочка, раз и навсегда. Если я за что-то берусь, то я довожу это до конца. Чего бы мне это ни стоило. Ты поняла меня? Вот. Правильно, Володя говорит. Мы сейчас никуда не уйдем. Договоримся с ней по доброте душевной, и она там завтра оценки повысит, вы понимаете там? Ну, Володь, объясни им, а сам. А знаете, как ни странно, но Витя прав. У нашей дорогой Елены Сергеевны комплекс Антигоны. Точно. Какой комплекс? Это, Витя, когда малейшее насилие над личностью вызывает героическое сопротивление. Ну, в старые времена такие люди становились там вождями революции, героями войн, а в наше время это юродивы. Чудаки, которые никому не нужны, над которыми все смеются. Так что наша дорогая Лена Сергеевна может быть нам даже благодарна за такую блестящую возможность самоосуществления. Ну и что дальше? А я считаю, что нельзя уходить. И дело даже не в том, Стас там у нас или нет завтра. Хотя если мы уйдем сейчас, я не исключаю такой возможности. Сейчас наша задача сделать ее из обвинителя сообщницы. Да если она, как ты выражаешься, Антигона, она никогда не станет нашей сообщницей. Паша, в любой психологической модели можно свой ключ подобрать. Да я вам больше скажу. Я уже знаю, как сломить Антигону. Ну и как? Насилие? Я ничего не понимаю. Если мы сейчас ее, нам ключ такой отдаст. Витенька, насилие, но не над самой Антигоной, что бессмысленно, а над ее ближним. И на ее глазах. Над кем? Ну, в смысле, как это? Смотри, подойдем к ней сейчас и скажем. Елена Сергеевна, дорогая наша, отдайте нам ключик, а то мы Витю с 9-го этажа выкинем. Ха, да, конечно. Шуточки у тебя, диалектик. А почему сразу шуточки, Витя? Просто понимаешь, этим методом нужно пользоваться крайне осторожно, когда жертва уже сломлена психологически и морально подавлена. Вот здесь-то и нужно нанести этот последний завершающий удар. Ты мне в окно правда собираешься это? Да не волнуйся. Буду действовать по вдохновению. Сейчас главное выполнить задачу морального разложения. Ну я правда ничего не понимаю, но ее как это, разложим-то? Ну как дети малые, ей-богу. Вот, Ляля, я же вижу, Ляленька меня понимает. Нет. Ну вообще, все идеалисты имеют весьма смутное представление о действительности. Вот, видишь, нам нужно показать Елене Сергеевне эту самую действительность, реальное лицо жизни, в нашем лице. Которая потом ей вернется волчьей мордой. Ну, грубо говоря, нужно сыграть подонка. Так сразу бы и сказали, а? Вот, я могу для реализма взять и это, напиться, понятно? А ты так сыграть не можешь? А посмотрим, надо будет напьется. Вот возьму и напьюсь. Ой, Витенька, быть тебе алкашом. Я вообще-то могу и не пить. Ляля? У тебя нет никаких возражений против выбранного нами плана действий. И ты даже не считаешь его очень глупым? Вот и здорово. Остальные, я так понимаю, за. Ляленька, можно вас на пару минут? На кухню, пожалуйста. Ну, Лялька, давай там. Нажимай на все женские. Да подожди, Маша, не дави на нее. Она ведь у нас умница, да? Сама разберется. Почему вы не уходите? Я же дала вам возможность уйти самим. Как вы не понимаете? Я думала, что хотя бы вы же девочка. Я не девочка. Это не важно. Как вы не понимаете, что если вы сейчас не уйдете, то завтра в школе будет страшный скандал. И вы вообще останетесь без аттестата.
Ваше поведение подсудно. Да вы переоцениваете свои силы. Как переоценивать? Вас посадить могут. Да за что? Как за что? Неужели вы вообще ничего не боитесь? Не знаю, но вас точно нет. Ну тогда вас надо спасать, как слепых котят. Вы же не ведаете, что творите. Лена Сергеевна, позвольте мне вам дать дружеский совет. Да отдайте вы им ключ, они все быстро сделают, вернут его вам, будете спать спокойно. Да это подлость. То, что вы мне предлагаете сделать, это подлость. Лена Сергеевна, вы не заметили, что жизнь сама по себе подлая штука? Вот скажите, вам часто приходится ездить в общественном транспорте? Ну, конечно. У нас же с вами нет личного автомобиля. И вы каждый день видите лица наших женщин. Лица, на которые словно повешен этот ржавый железный замок. А еще хуже они выглядят, когда ведут своих детей в ясли. А я видела и других женщин, Елена Сергеевна. Они выходили из разноцветных автомобилей, шествовали по красной дорожке, к очередному кинофестивалю, который недоступен простым смертным, Елена Сергеевна. Эти лица блестящие, чистые, как подарок по целлофане. Ну и что? Все? Да не в этом счастье, Ляля. Не в этом. Лена Сергеевна, мы так привыкли к этому убогому существованию, что уже почти его не замечаем. Вот моя мать, например, она у меня библиотекарь, так и говорит. Свои потребности надо сокращать. По вам этого не скажешь. Так она у меня только свои потребности сокращает. Что же касается меня, ну, допустим, когда мне нужно одеться, она устраивается уборщицей по совместительству. Лена Сергеевна, одежда в наше время – это пропуск в лучшую жизнь. Ну, давайте как женщины с женщиной. Ну, посмотрите, как вы одеваетесь. Ну, как? Да над вами все в школе смеются. Неправда. Как неправда, Лена Сергеевна? Да кто сейчас это носит? А ваша прическа? Вы давно были в парикмахерской? А ваша эта помада, духи за 4 рубля? Да спокойно! Вы знаете, у меня мама болеет. А когда человек болен, это денег требует. Я не понимаю, как? Как так можно на себе плевать, Лена Сергеевна? Да вы же живете без любви, без ласки. Да? Вы же не женщина, вы дешевая передовица. Вы забываете. Вы же смеете нас осуждать за то, что мы хотим жить по-человечески. А хотите знать, Елена Сергеевна, в чем между нами разница? Ну? Да в том, что вы всю жизнь боролись, чтобы элементарно выжить. А мы будем бороться за лучшую жизнь. Да. Я расчетлива, да? Да я просто вынуждена так поступать, чтобы не повторить судьбу собственной матери. Да я даже девственность свою не теряю из расчета, чтобы потом ее кому-нибудь выгодно продать. Вы же любите Пашу. Да не до такой же степени, чтобы не выбрать более лучший вариант. Сидерянь. Я теперь не только замуж, я с тобой за одну парту не сяду! Ты же мне говорил! Говорила, и что? Ты мне говорила! Говорила, что выйду за тебя замуж, но при условии, разве ты забыл? Я не забыл! Ну а чего ты дергаешься? Старайся, мы ведь сами кузнецы своего счастья, не правда, Илья Сергеевна? За условия вы поставили, Паша. При условии не жить в нищете. Ты же знаешь, что я знаю только одно, чтобы хорошо жить в наше время, надо стать под лицом. А я не уверена, что когда ты им станешь, я буду тебя все еще любить. А сейчас? Сейчас ты меня любишь? Вот сейчас я же еще не стал под лицом. Сейчас ты меня любишь или нет? Да, да, люблю. Как я могу тебя не любить, когда ты такой хороший, добрый, с кооперативной квартирой? Я же девушка бедная, без родственников, без связи. Я просто обязана тебя любить. Да я жить без тебя не могу. Что ты несешь? Ненавижу, ненавижу. Так, ребята, подождите. Я вот эти ваши семейные драмы сейчас не понимаю. Семей? Что такое? Я не позволю свою дочь. Ты с тобой все нормально, а? Так, подожди. Елена Сергеевна, верните бутылку, я за ней 3 часа в очереди постоял. Не знала, что вы еще и пьете. Кто пьет? Я пью, что ли? Я вообще эту гадость терпеть не могу, понимаете? Это у меня батя. Ему бывают запои. Понимаешь, да, там такая философия с математикой. А, заслушаешься. О чем это я? А, так вот, он у меня алкоголик и вор. Но не негодяй. Я его так сильно люблю. Ты уже пьяный совсем. Немножко. Ну я-то ведь не пьяный, не правда ли, Елена Сергеевна?
но тоже ничего хорошего о своих родителях сказать не могу. Вы думаете, сыну профессора Андреевского пришлось бы так приходить к вам, вытягивать отметку, вымаливать, унижаться? Почему я должен уступать свое место каждому проходимцу? Это же мое место, мое! И если будет надо, я буду драться с его зубами, понятно? Потому что иначе ведь не проживешь. Все, хватит. Завтра же в школу на педсовет. Всех. Что такое, а? Да ни одного слова правды. Лицемеры какие. Кого мы растим? Формулировку вопроса нужно немножко изменить. Лицемеры. Кого вы вырастили? Вот-вот. Слушайте, Елена Сергеевна, своим криком сейчас всех соседей разбудите. Я, кстати, тут посмотрел, у вас просто замечательный шагал. На черном рынке, да, взять? Я не отдам вам ключ, Володя. Господи. Скука-то какая! Плохо работаете, господа. Я бы даже сказал, бездарно. Слушайте, Елена Сергеевна, а вы не против, если мы устроим здесь небольшой обыск? Какой обыск? Как какой? Как при аресте? Давай. Подходи ко мне. Володя, может, это не надо и... Смотрите. Хозяин, барин. Понял. Извините, Елена Сергеевна, так требует правительство. Там ничего нет? Ну, конечно. Что ж, тогда предлагаю поискать в квартире. Ну, это, наверное, можно, да? Давайте мыслиться, И благо хоть откровенно, то вместе, то поврось, а то попеременно не будем предавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давай понимать друг друга с полусловом, что ошибившись раз, не ошибиться словом. Давайте жить во всем, друг другу потакая. Более что жить, а мудрая. Завтра же я подаю заявление об уходе. Но это бессмысленно. Бессмысленно работать учителем, когда из учеников вырастают такие чудовища, как вы. Нет. Как учитель я ставлю на себе крест. Да как вы не понимаете, Елена Сергеевна, мы против вас лично ничего не имеем. Да, Елена Сергеевна, но мы не против вас боремся, понимаете, а за себя. Чувствуете разницу? Елена Сергеевна, да не слушайте вы их, мы вам завтра все приберем. Давайте спать. Да не в этом дело, реально. Не в этом. Володь, вам зачем это нужно? А знаете, из спортивного интереса. Кроме того, получить у вас ключ для меня задача еще и профессионально. Ну, как будущий дипломат, ты должен уметь своего добиваться, верно? А знаете, у вас все равно ничего не будет. Да ну, и почему же? Потому что вы просчитались. Я не отдам вам ключ. Я гораздо сильнее вас, Елена Сергеевна, как личность. Да я вас подавлю. Ну, я тоже не из слабых, Володя. Возможно. Просто, понимаете, время сейчас не ваше. Время другое. Более энергичное, более быстрое. И оно требует того же от нас, молодых, современных людей. Володя, это вы? Это вы и есть молодые, современные, так, ребята, энергичные люди? Да, наши ладно. Спасители. Вот вы и есть, да? Mm-hmm. Ну, кроме, разумеется, Витя. Почему так? Разве он другой? Ну, в каждом обществе должны быть свои отбросы. Отбросы? Наследственный алкоголизм.
По существу он же конченый человек. Конечно. А зачем глаза на правду закрывать? А это неправда. Витя хороший мальчик и способный мальчик. Я видела его рисунки на конкурсе в 5-м классе. Да никакие вы не новые люди. Вы злые, холодные, бессердечные эгоисты, да. И от таких, как вы, надо спасать Россию. И не надо так на меня смотреть. Я вас не боюсь. Елена Сергеевна, вы меня простите, я там это... Вот. Я вам почему, Елена Сергеевна? Елена Сергеевна, я вас очень люблю. Вы моя самая любимая учительница. Елена Сергеевна, у вас такие глаза, они как два озера. У них можно ловить рыбу. Браво, браво, Витюша. Ты у нас Ромео, да? Елена Сергеевна, дайте мне руку. И сердце, болван. Руку вместе с сердцем предлагают, забыл? Так, я могу. На, держи. Давай. Елена Сергеевна, я правда все могу. Мне поставьте, пожалуйста, только дверь. Я вас... Ой, не-не-не, Елена Сергеевна, вы ему не верьте, он же пьяный. Вы ему тройку поставите, а он слиняет. Зато знаете что? Елена Сергеевна, я вас не обману. Ей-богу, честное слово вам даю. Вот вам сколько лет? 33, 34? Да хоть 44. Вы же знаете, я эстет, поэтому делаю вам официальное предложение. Поверьте, за мной хоть за каменной стеной будет. Вы же знаете, что женщина без мужской ласки, она перестает быть женщиной и становится рабочей лошадью, правильно? А что касается моих мужских достоинств, то здесь все зависит от вашей женственности. Бог вас накажет, Володя. Так нельзя. Как, простите? Бог накажет? А какой Бог, Елена Сергеевна? Ну, мы не знаем никакого Бога. Вы забыли? Мы же атеисты. Вы нас сами учили. Ой, братцы, было нехорошо. Я там побуду и вернусь. А знаете что, господа? Меня больше всего поражает в этой истории. То, что Елена Сергеевна пожалела худшего из нас. Попросту говоря, алкаша. А это и есть тот самый потрясающий российский феномен, когда мы готовы посочувствовать распоследнему пьянице из-за булдыги, но только не своему брату-интеллигенту. За что вы Витюшу пожалели, Елена Сергеевна? За что ему честь такая? Да он вас обыскивал, а вы всего в раз простили, стоило Витюшу отбросом назвать. Он жертва. Это вы его развратили и использовали. Да какая же он жертва, Елена Сергеевна? У него что, своей головы на плечах? Да мы его и брать-то с собой не хотели, сам навязался. Стащил он у предков бокалы. Спасибо, Лялька его отстояла. Неужели только ничтожество заслуживает вашего снисхождения, а? Вы бы лучше меня пожалели, Елена Сергеевна. Я как-никак потомственный интеллигент и подаю надежды. Можно сказать, будущая гордость России. Смотрите, как потом локти не пришлось кусать, когда вас начнут пальцами тыкать. История не прощает своих палачей. Как вы сказали? Я сказал, что история не прощает своих палачей, и каждого назовет поименно. Вы молодой человек, негодяй. Подлец. Благодарите Бога, что вы женщина, то я бы... А просто... что? Ударили? Так давайте, бейте! Я мужчина. И руку на женщину не поднимаю. Чёте, поднимайте. И поднимите еще раз. Напрасно вы так, Елена Сергеевна. Не такие уж и монстры, как вы себе тут представляете. Ведь есть же заповеди, помните? Не укради, не убей, ну, не конечно. Предупреди. Конечно, как Раскольников с топором не пойдете. Куда вам? Души не хватит. А ложью предательством-то глазом не моргнув. А знаете что? Вам очень идет. Что? Ну как что? Гнев. Вам очень к лицу гнев. Слушайте, а вы никогда не пробовали играть в самодеятельности? А что, мне кажется, у меня получилось, правда? И главное, темперамент подходящий такой, я бы даже сказал, трагический. Послушайте, а может вы все сейчас такие, а? Нелюди. Как же вам легко будет жить-то, ребятки, а? Круглые люди, у которых никогда не болит душа. Или ее нет? Это у нас нет души. У нас нет души, да? Подожди, не мечи ты бисер. Ты же видишь, с ней бесполезно разговаривать. Нет, это не женщина. Это робот. Машина. Ненавижу героев, лезущих грудью на амбразуры. Ненавижу амбразуры, на которые нужно лезть. В школе надо изображать хорошего мальчика, чтобы получить отличную характеристику. Здесь надо изображать подлеца, чтобы вырвать лишний балл для поступления. Не слишком ли много усилий для получения элементарной возможности просто заниматься своим любимым делом? А вы слушайте, Елена Сергеевна. Глядя на вас, Елена Сергеевна, мы с детства учимся фальшивить, лицемерить и показушничать. И учат нас этому десятки учителей и сама жизнь, Елена Сергеевна. Так что бросьте, мы ваши дети.
кровные дети, а не пасынки, и не открещивайтесь от нас руками и с ногами. Вы нас породили сами. Дорогая Лила Сергеевна, отдайте нам уже ключик по-хорошему. Идите себе спать спокойно. У вас завтра, наверное, очень тяжелый день. Проверять столько контрольных. Спешите делать людям добро. Помните, Елена Сергеевна? Как же вы растрепались все. Слушайте, Елена Сергеевна, помните притчу о луковке, а? Подай луковку страждущему, и тебе многое отпустится. И не спеши кинуть камень в ближнего своего. Ибо кто из нас без греха, да? Ведь это все тоже сказал учитель. Встать. Елена Сергеевна, послушайте. Встать, когда с вами разговаривает учитель. Щенки. Они еще будут учить меня жизнь. Щенки. Ведь я невинный младенец и слепой котенок, которого надо отрыть носом в дерево. Да что вы думаете? Я меньше вашего видела жизни зла, лицемерия, подлости и фальши. Чем вздумали меня удивить? М? Да что видят ваши зашоренные глаза, кроме разноцветных автомобилей и ослепительного барахла, от которого у вас кружится голова и текут розовые слюни? Да плевать я хотела на все это. Новаторы уже научились оправдывать свою подлость и совершенство мира. А ты, цитирующий Евангелие, а это помнишь? Не хлебом единым жив человек. Племя маленьких паразитов, уже потихоньку приспособившихся сосать кровь. Да ваши желания элементарны, как у пятикантов. Послаще жратвы, да потеплее шкуру. Моральные ублюдки, убирайтесь вон. От вас смердит. Елена Сергеевна. Молчать. Я слушаю вас довольно. Неужели ты думал серьезно гнать меня вон? Ты, крохотный Наполеончик, обыватель, нещий себя гением зла. Да я в разных шкурах видела подлецов. Да какие вы подлецы! Вы мещане, да скуки, да оскомину, да одрю мещане. Да ваш бог копейка на брюхе придавая, по трупам только поманить пальцы. Да я плюю ваши копеечные души. Убирайтесь вон из моего дома. И вы сопли, прежде чем вступать в бой с женщиной, годящейся вам в мать. Выслушайте меня, Елена Сергеевна. А то что, убьете меня? Давайте, убивайте. Я и тогда скажу, что убийство – это только убийство, а подлость – это только подлость, а ложь – это только одна ложь, только и низость – это только низость, а грязь – это только... Елена Сергеевна! Все, вы победили! Может быть, собой довольны. Мы сейчас все уберем и уйдем отсюда. Извините нас, пожалуйста. Но я рад, что я вас не разочаровался. Как не разочаровались? Понимаете, эта игра зашла слишком далеко. Ну, поверьте, этот жестокий эксперимент, он был нам действительно необходим. Мы хотели помочь нашему другу, который в своем отчаянии и безверии дошел почти до самоубийства. Да, Елена Сергеевна, и на вашем примере мы хотели показать, что существует правда, добро, что существуют моральные принципы, а главное люди, для которых оступиться ими значит умереть. Я не знаю, сможете ли вы нас простить, но может быть вас утешит тот факт, что вы спасли человека, молодого человека, от петли. Я вам не верю. Как, Елена Сергеевна? Паша, скажите. Я правду хотел, Елена Сергеевна, но потом передумал. Попроси прощения. Я прошу прощения, Елена Сергеевна, я больше так не буду, честное слово. Простите нас. Елена Сергеевна. Невозможно. Вы нас ставите в такое положение, это просто ужасно. Но... Послушайте, я на колени готов встать, только простите, пожалуйста. Нет, я не встану, пока не простите. Паша, тоже вставай, проси прощения. Елена Сергеевна, родненькая, пожалуйста, ну как? Мы же заставили вас страдать, столько боли да вам причинили. Ничего, мы встали. Как туда. Ничего? Да вы ведь святая, Елена Сергеевна. Паша, смотри, ты теперь видишь, что есть моральные принципы, а главное люди, которые готовы их нести высоко, как вижу, знаешь. Вижу. Вот, и ты больше не сделаешь себе? Нет, не сделаю, честное слово, Елена Сергеевна. Вот видите, Елена Сергеевна, да вы совершили чудо. Шулики, комедианты, боятся, да меня тошнит. О, Ляленька проснулась, ты иди там, Витюшу проверь. Что, да я тебя ненавижу, Елена Сергеевна. Да как вы можете позволять нам тут с собой издеваться, Елена Сергеевна, да они просто же смеются над вами. Да нас давно надо было уже за шеи коленом под зад, они спорят, да они просто же топчут вас ногами, Елена Сергеевна. Господи, не гордости, не собственного достоинства. Ну что, вот и развязка, да? Друг мой, никогда не связывайся больше с женщинами.
Я еще 2 минуты назад подумал, что все кончено. Но теперь, мне кажется, созрел он нам. Вы не поверили, да, Елена Сергеевна? Сейчас поверили? Как же вот так? Думаю, тактика такая — бросаться на противника со всех сторон, сбивать, запутывать. Елена Сергеевна, да в наше время нельзя никому верить, никого прощать, никого и никогда! Час. 4-й, Елена Сергеевна. Благодарю. Знаете, у меня что-то голова расставляет. Елена Сергеевна, пожалуйста, Елена Сергеевна! Елена Сергеевна, больше нет. Елена Сергеевна умерла. Ты сошел с ума! Почему это? Потому что я уважать себя перестану потом как мужчина. Уважать перестанешь? Ах, ты мой чистенький, ты мой честный, ты мой добренький парень. Перестань! Ты же знаешь, в каких я отношениях с Олей. Да ты пойми, чудак, ты человек, что мы это не всерьез. Мы ее напугаем только. Ты же сам видел Лену, она уже сейчас коньки отбросит. Нет. Извини, все равно я не могу волновать. Да ты дурак, Паша. Нет, ты пошлый дурак. Ну что там, просто баба. Павел, одевайся! О! Павел, одевайся, коротко и ясно. Чего стоишь? Иди одевайся, баба. Да пойми ты, мы же жениться собираемся. Это же значит предать самое дорогое, Володь. И что, Паша, предашь? Понимаешь, у тебя выбора нет, когда для дела надо. Для какого дела? Может, ты мне объяснишь, для чего мы все это устроили? Я уже ничего не понимаю. Вот ты как заговорил, да? И дела никакого уже тебе нет. Я один здесь скачу, что-то делаю, мне одному это нужно. Я же ради вас из кожи вон лезу, а вы руки свои боитесь запачкать. Трус. Ну при чем тут трусы? Господи, да с кем я связался? Знал же, что вы все идиоты, как один. Моралисты вы вшивы. Ты понимаешь, Паша, что ты во мне эстета прежде всего? Скажи, я, Володя! Да заткнись! Я уже понял, что тебе нужно от этой жизни. Просто спать со своей бабой, да? Да ради бога, у каждого свои интересы. Только запомни, еще раз понадобится помощь моего отца, можешь не рассчитывать, понял? А я еще посмотрю, Пашенька, как тебя лялька отошьет, когда ты вместо института в армию пойдешь. Или в ПТУ какой-нибудь. Сам ведь слышал, девочка себя задешево не продаст. Ладно. Что ладно? Черт с тобой, согласен. Паш, не надо мне одолжение делать. Я всегда говорил, вольному воля, а хозяин барин. Мне же на все это в высочайшей степени... Я тебя понял, Володя. Только ты смотри, если ляля после этого... Паша, что ты с этой лялей носишься, как курица с лицом? Тебе самому не смешно, она тебя первая предала. Нет, если тебе интересно, она мне самому нравилась. Ну, там, в классе в 9-м. Но я ее раскусил вовремя. Дрянь, баба. Не знаю, почему мне так хочется дать тебе по роже, а? Ой, где его вещи? Не надо меня трогать, дайте я посплю сразу. Вить, ты где спишь? Ты домой иди и там спи, Вить! Паш, помоги ему, видишь, он... Слушай, Ляленька, а ты чего не за свое дело взялась? Тебе больше дама с камелиями подходит, а ты все предоставишь. Я вообще не желаю разговаривать, ублюдок. Паш, ну помоги ты ему, да пожалуйста. Да спокойнее, детка, все хорошо. Паш, или мы сейчас с тобой одеваемся и уходим, или... Или... Я не с тобой. А я тебе! Если ты собралась, то вали отсюда. Мы с Пашей еще повредим, так? Паш... Я тебе в последний раз... Так, прошу. Все, хватит! Чего ты раскаркалась? Тебе сказано, он никуда не пойдет. Значит, заодно? Да?
с этим ублюдком заодно, да? Но ты еще пожалеешь. Подождите, мамзель, куда это собрались? Дело еще есть. Да не трогай ты меня! Сядь, заткнись! Решать будут мужчины сегодня. У нас патриархат ночи. О, Витенька, че, уснул? Давай, просыпайся, давай, брат, труба зовет, вставай, ну! Смотри, Витенька. Сам напросился. Ты че, дурак, что ли, а? Слушай, не внимательно, если ты еще раз уснешь, я тебе реально в окно вышвырну. Так, в окно не надо. Пока дрыхнул, мы с Пашей все дельце обтяпали. На Елену Сергеевну глянь. Трупом лежит. Чистая работа, молодцы. Ну и таким образом мы переходим к завершающей стадии нашего плана. Все помнишь? Нет, я в окно не полезу. Да в какое окно? Послушай, твоя задача, когда все это начнется, Лядьку держать за руки и не отпускать, понял? Понял, но ничего не понял. Ничего не надо понимать, держать и не пускать, пожалуйста. Ну, будь спок. Давай тут только без фокуса. Ну что, минуточку внимания. Мы переходим к завершающей стадии нашего плана. Дорогая Елена Сергеевна, я вам последний раз предлагаю, по-хорошему отдайте ключик. Иначе вы станете свидетелем, а стало быть и соучастником преступления, которое сейчас произойдет на ваших ошеломленных глазах. Понятно. Ну я предупредил, моя совесть чиста, да? Если ты что-то посмеешь сделать, Елена Сергеевна, слушай, Пашенька, давай, просвети невинность насчет наших планов. Я так сразу не могу волновать. Не готов еще, не созрел, да? Слушай, а что если сначала маленький стриптиз, а? Маэстро, музыку! Витя, не сиди, давай, помоги, включи музыку, а? Позвольте вас пригласить. Леночек, бегом под крылышко. Лядька, чего развалилась? Давай, вставай. Одевайся, ключ у нас. Ну. Ты что там, так, положи ключ, да, да? Слушай, если ты меня еще раз тронешь, я тебе порошок сотру. Паша, дружище, а ты чего стоишь, а молчишь? Себя никак не хотите, да? Бабу свою, иди успокой, будь мужиком хоть раз в жизни. Так, положи ключ, его отпусти и иди отсюда, понял? Ах ты, дерьмо вонючее! Да вы все здесь дерьмо вонючее! Марионетки, вас так и будут всю жизнь за ниточки дергать. Держите свой ключ, подавитесь им. А вам я скажу спасибо, дорогие одноклассники, за вашу всеобщую тупость и невозможность хоть что-то предпринять. А Елене Сергеевне пламенный привет. Адье. Илья.
Лялька, а ты чего это? Давай тоже одевайся. А я вот возьму тут ключ и на видное место положу, чтобы Лена Сергеевна увидела. А мы здесь такой беспорядок устроили, да? Ну ты давай собирайся. Вот твоя куртка. Или ты, наверное, стесняешься, да? Так я могу выйти на улицу, тебя подождать за углом. Ты выходи, я тебя до дома провожу. Ну, будь. Нюха, не взяли. Нюха, не взяли. Стекла из-под импортного пива роза красная цвела. Гордо и неторопливо исторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь как туман от пролога к эпилогу. Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам судить. Были дали голубы, было вымысла в избытке и собственной судьбы. Я выдергивал по нитке, в путь героев снаряжал, наводил о прошлом справки и поручил.
мальчиком в отставке сам себя воображал. Каждый пишет, что... Вместе до полу.